В ближайшие дни 15 малых архитектурных форум украсят город. После поручения главы области Союз художников и Акимат Караганды начали установку декоративных композиций. Оформление планируют закончить ко дню шахтеров. Союз художников разработал и презентовал концепцию по оформлению Караганды. В программу входит установка так называемых малых архитектурных форм. Создать уютную, теплую атмосферу в городе – такова главная цель проекта, на осуществление которого понадобилось 4 года. Декоративные композиции, которые мы будем устанавливать и устанавливаем, помогут создать определенную атмосферность в городе. Ну, подчеркнет культуру, эстетический облик, особенности нашего города. Я думаю, горожане должны оценят данный вклад и развитие в благоустройство города Караганды. Ну и, в принципе, декоративная пластика, как своеобразный жанр скульптуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, не может не вызвать положительных и добрых, теплых эмоций. Татьяна Фрид более 20 лет живет в микрорайоне Гульдер-1. Карагандинка призналась, что эти сооружения действительно придают скверу уют. Но есть и небольшие минусы. Во время вечерней прогулки на аллее трудно найти свободную лавочку. Кроме того, следовало бы установить ограждение возле дороги, отметила Татьяна. Когда заселялись, деревья были совсем маленькие. Конечно, такого благоустройства не было. Благодарим, конечно, город за то, что сделали дорожки такие вот хорошие, что дети могут и на велосипедах ездить, и на самокатах кататься. Все красиво. Вот благоустраивают, стараются, конечно, нашу аллею. Ну, немножко есть минусы. Минусы в том, что вот у нас дорога проходит прямо рядом с детскими площадками, а она даже у нас не поставлены заборчики ни с одной, ни с другой стороны. Пожалуйста. На сегодняшний день установлены уже 3 композиции. Это композиция Сарарка на пересечении улицы Алиханова и Ерубаева, композиция Изобилия в сквере Букетова и Торсык на пересечении улиц Муканова и проспекта Строителей. Также недавно на Каскадной площади были установлены сооружения в виде юрт, которые ночью загораются различными красками. Стоит отметить, что юрты уже привлекли внимание жителей и гостей города Караганды. Фариза Албаева, Жара Гибаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.